Сколько я заработал на своих курсах? Куда я потратил все это состояние? Ассаляму алейкум, рахмат баракатуху, дорогие братья и сестры. Давайте сразу к делу. За всю свою жизнь я не получал столько плохих слов в свой адрес, сколько за последние 4 года в Ютубе. Как меня только не обзывали. Поэтому вначале я хочу напомнить вам о том, что за каждое слово, которое вы сказали в адрес мусульманина, вы непременно будете держать ответ перед самим Аллахом. И вы будете расплачиваться своими благими делами. Не забывайте хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, о том, что святость мусульманина перед Аллахом, она выше святости Каабы. Честь, имущество, кровь мусульманина, они запретны. Поэтому возникает вопрос, как вы можете так вот легко взять и обозвать человека? Валлахи, вы просто бесстрашные люди, вы просто бесстрашные. Как бы ни было, я перед Аллахом вас всех простил. И в судный день я не спрошу об этом, но вам все же стоит покаяться. Теперь касаемо курсов. Как вы думаете, сколько я заработал за все это время денег и куда я все эти деньги потратил? В конце видео я расскажу об этом, но сейчас я хочу, чтобы вы поняли вот что. Вы должны научиться взвешивать деяния людей не по блатным или уличным пацанским понятиям, а по мерилу шариата. Как говорил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, либо приведи свидетелей, либо приготовь свою спину для удара за клевету. Вам просто повезло, что вас не наказывают. Вы бы 2 раза думали перед тем, как обвинять кого-либо в чем-либо. Торговля в исламе разрешена, и я никого не обманул. Я поделился продуктом своего знания, своего опыта и креатива. И я уверен, что ни один из вас бесплатно не работает. И наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, торговал, и сахабы торговали, и были среди них миллиардеры, сказочно богатые. И в этом абсолютно нету ничего предусудительного. Вот вы записались в университет и потратили там 5 лет жизни на образование, которое в 99% случаев чисто вода и никакой абсолютно пользы. Вы отдали им кучу денег, а по окончанию вы даже не смогли устроиться на 30 тысяч рублей ЗП. Скажите, пожалуйста, кто из вас, хейтеров, пошел в деканат и сказал, вы инфо-цыгане, вы обманули меня? Кто? Вы кого-нибудь из них обвинили за то, что они потратили ваше время, ваши силы, ваши нервы, лучшие годы и кучу просто денег на воздух? Нет. Более того, вы остались довольны и даже гордитесь этой филькиной грамотой под названием диплом, которую вам вручили в конце обучения. Так почему вы им ничего не сказали? Почему вы не назвали их инфо-цыганами, но при этом вы наговариваете на мусульман? Вы когда оплачиваете преподавателю за онлайн занятия, скажем, английского языка, вы же платите ему деньги, правильно? И в этом нет никаких проблем. Так в чем же разница? Объясните, пожалуйста. У меня на обучении за все это время было больше 100 человек. Пусть они напишут под этим видео, воду я им продал или качественные знания. Комментарии абсолютно открыты. На моем сайте полно отзывов. И в конце этого видео я также прикреплю еще один отзыв участника, чтобы вы послушали. А теперь я хочу сказать касаемо денег, чтобы поставить точку в этом вопросе и больше никогда к нему не возвращаться. За все это время я заработал на обучении в общей сложности около 50 тысяч долларов. 50 тысяч долларов. Что на эти деньги можно купить? Как вы думаете? Машину. Да, можно купить. Квартиру даже можно купить где-нибудь в Бурсе на окраине. Что еще? Украшения, бриллианты, золото, поехать в путешествие, да или просто отложить эти деньги и тратить их потихоньку в ресторанах на красивую жизнь и так далее. Можно? Конечно, можно. Но как вы думаете, на что я потратил все эти деньги? Клянусь Аллахом, я никому не хотел об этом говорить. Я думал, что это уйдет со мной в могилу, и хоть какие-то грехи мне спишутся и так далее, но грязные обзывательства, недоверие, ехидные словечки в комментариях и так далее, это, знаете, вот настолько просто обидно. Поэтому я решил записать это видео, хотя вообще за свое имущество я не должен отчитываться ни перед кем, кроме как перед Аллахом. Ну да ладно. Так как вы думаете, на что я потратил все эти 50 тысяч долларов? Что я себе купил? Просто вспомните сейчас все гадости, которые вы, хейтеры, мне написали, и знаете, что все 50 тысяч долларов, о которых вы все это время так беспокоились и мучились свои души, все эти деньги я раздал мусульманам. И Аллах тому свидетель. Он свидетель тому, что я сейчас говорю абсолютную правду. И мое окружение, и мои друзья, и мои близкие абсолютно все это прекрасно знают. Но достаточно Аллаха как свидетеля. Это просто информация для тех, кого так сильно все это время душила жаба, что, мол, Мамед продал свои курсы и заработал на этом деньги. Так вот, знаете, что все деньги я раздал мусульманам. Себе не купил ничего, даже джинсы не купил. Хотя я думал об этом. Например, костюмчик Бриони. Вы знаете, он бы на мне очень хорошо смотрелся. Я просто знаю об этом. Или, например, часики Rolex. Почему бы и нет? Они на мне прекрасно смотрелись бы. Но я себе ничего не купил. Так что, надеюсь, вы теперь, товарищи хейтеры, будете спать спокойно. А если без шуток, дорогие мои, 10 раз подумайте перед тем, как обвинять мусульман в чем-либо. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Это отзыв на лучший курс, который я проходил. А я их проходил немало. Умение донести материал – это отдельная наука. На своем курсе Мамед показал, что обладает и этим качеством. Каждый урок сделан с любовью к своему делу, талантливо и профессионально. При всей вашей придирчивости вам будет очень тяжело найти на этом курсе что-либо, чего автор
не раскрыл касаемо YouTube. Более того, он пошел дальше и добавил модули про монетизации. Потом добавил еще много дополнительных модулей. И на этом он не остановился. Каждую неделю он делал вебинары на нашем курсе. Причем это были не просто вебинары, типа «Здравствуйте, как ваши дела? Задавайте ваши вопросы, а я пока пойду попью чай». Сами вебинары, и это подтвердит вам любой ученик, они как отдельные уроки, и вы увидите их на курсе. Также Мамед делал разбор страницы каждого ученика. Лично мне он сделал разбор, то есть дал полную личную консультацию, которая увеличивала просмотры на моей странице YouTube в десятки раз. Казалось бы, на этом можно закончить, но нет. В дополнение к курсу Мамед организовал мусульманское сообщество, доступ к которому получают абсолютно все, кто купил курс. То есть ученики Мамеда, начавшие с нуля и действующие по его программе, уже набрали по 60 и даже 150 тысяч просмотров на свои видео. Я покупал более 20 курсов, но без сомнения, данный курс лучший из приобретенных. И пусть Всевышний поможет вам.